Мы уже рассказывали про лучшие чехлы для iPhone 12 и 12 Pro, а в этом ролике говорим про 12 Pro Max. Слишком много Pro в одном предложении. Собрали лучшие варианты, на мой взгляд. Рассказываем, делимся опытом. Не забывайте про подписку на канал. Меня зовут Костя, вы на iLounge. Лайк тоже ставьте и в социалке к нам заходите. Давайте начинать. А начнем мы с самого неоднозначного чехла в этом году от компании Apple. Это Leza Sleeve с MagSafe, вот такой вот с окошком. Чехол-карман из кожи, доступен в нескольких цветах. И почему это самый неоднозначный чехол? Он очень странный. Выполнен из кожи и защитит ваш любимый смартфон от любого падения, тут претензий нет. Чехол с системой MagSafe, как только вы засунете в него смартфон, в небольшом окошке отобразится время с цветом чехла. Через чехол iPhone можно заряжать, к нему крепится магнит и зарядка стартует. Внутри предусмотрено отделение для нескольких карт, можно положить проездной, пропуск и карточку без возможности бесконтактной оплаты. Все экранировано, так что никакой мошенник воспользоваться картой не сможет. А теперь к странному. Окошко никак не задействуется, можно узнать время или имя абонента, который вам звонит, но ответить на звонок нельзя. Было бы здорово добавить сюда клавишу управления музыкой или уведомления, но нет. Еще одна странность, вот вам кто-то звонит, вы достаете смартфон, отвечаете, но положить его обратно в чехол нельзя, звонок сбросится. А зачем тогда надо вот это отверстие под динамик, на самом деле непонятно. Ну и посмотрите, как выступает камера, тоже выглядит смешно. Я не представляю, как ходить с этим чехлом, но я думаю, он свою аудиторию все равно найдет. Кто-то любит именно такой формат. Но если вам не нравится Apple-овский вариант, есть Sena. Тоже замечательный производитель, тоже чехол-карман, но без всяких фишечек, вроде бесполезного отверстия для динамика. Здесь у нас только отделение для карточек, можно несколько штук положить. Это тонкая текстурированная кожа, качественная кожа, к ней вопросов нету. Но чехол первое время очень плотный, и у меня зажимается кнопка блокировки. Пару раз даже служба экстренного спасения вызывалась, все мои контакты информировались, и представьте, если вы сюда поместили телефон, положили его куда-то в рюкзак, там эта кнопка зажалась от малейшего прикосновения, и вы всех поставили на уши. Ну, такое себе, думаю, что со временем он разносится, но первое время нужно быть вот прям осторожным и следить за тем, чтобы ничего лишнего не заказать. Если вы ретроград и предпочитаете силиконовые чехлы, то в этом году они тоже есть, тоже в огромном количестве цветов и с поддержкой MagSafe. И вот какое дело, есть оригинал, есть копия, и разницы в них никакой нету. Вот прям вообще единственное, эта анимация на копии не появляется. Если взять два чехла, вы не заметите никакой разницы. Точно такая же рамка, точно так же продублированы кнопки, точно такие же магниты. Поэтому здесь история какая? Проще взять копию в нескольких цветах, радоваться ей, чем переплачивать за оригинал. Закрыты верхние и нижние грани, то есть смартфон полностью защищен. Немного выступает рамка спереди, можно класть его на стол, не бояться, что он поцарапается. И здесь у нас пластиковый ободок для камеры, чтобы объективы не царапались. Ну, для сравнения, так выглядит оригинал. А вот так выглядит копия. Я думаю, что никто не заметит разницы. Опять же, только при детальнейшем сравнении, вот то лоб в лоб, возможно, что-то вы и увидите, а если так вот сдалека, никогда в жизни. Есть альтернатива от бренда ESR, одного из любимых наших китайских производителей. Он тоже тонкий, с дополнительной защитой камер и возможностью прицепить ремешок. Редко, но вижу владельцев таких чехлов, которые таскают их на шее или на запястье. Самое прекрасное — это магниты. Вы тут красивую анимацию не увидите, но все аксессуары MagSafe отлично стыкуются. А это очень важно, если вы решили строить экосистему зарядок, держателей и аксессуаров с поддержкой MagSafe. От нашего бренда OneLounge доступна лучшая копия кожаного чехла. И здесь история как и с силиконовым вариантом. Он достаточно быстро затирается, это особенность кожи, покрывается патиной, появляются черные какие-то пятна. Оригинал стоит дорого, проще брать копию в нескольких цветах или просто ее менять раз в 2 месяца, чтобы не страдать от внешнего вида чехла. Он в любом случае затрется. Это особенность материала, как бы вы за ним не следили, как бы вы бережно его не использовали, и даже если он у вас не падает, он все равно покроется патиной.
Поэтому берем копию, радуемся жизни, MagSafe есть, все защищено, кнопочки металлические продублированы. Так сказать, все на месте. И, опять же, доступная цена, если вы выбираете несколько вариантов, например. Еще одна интересная модель – это чехол с держателем-подставкой. iPhone 12 Pro Max огромный, у многих выскальзывает из рук, дополнительная защита точно не помешает. Рамка выполнена из пластика с покрытием Soft Touch, а задняя панель и сам держатель из эко-кожи. Пара моментов. Не подойдет, если у вас стекло, закрывающее весь дисплей от края до края, и не поддерживается беспроводная зарядка, только через Lightning. Один из самых интересных чехлов от ESR – это модель со стеклянной задней крышкой. Он достаточно тонкий, с приятной текстурой, а рамка выполнена из силикона, что даст амортизацию при падении. Беспроводная зарядка поддерживается, а вот аксессуары MagSafe держатся слабенько. То есть на оригинальную зарядку его положить можно, а вот использовать с каким-нибудь держателем точно не получится. Прозрачный пластик от CaseMate – еще один замечательный вариант. Нижняя и верхняя грани, как и кнопки, открыты. Сам пластик не пожелтеет со временем, что тоже важный параметр для прозрачного чехла. Единственный минус для меня – это аксессуары MagSafe, которые здесь держатся неуверенно. Можно потерять кошелек, а с зарядки смартфон может свалиться. Ультратонкая накладка Bazeos для тех, кто боится царапин. Она не защитит от падения, это такой самый тонкий чехол вообще в мире, мне кажется, других просто не существует. Клавиши открыты, камера закрыта, небольшим ободком, доступ ко всем элементам есть. Опять же, не защитит от царапин, да, но сюда может попадать пыль, и стальная рамочка вашего 12 Pro Max тоже покроется какими-то мелкими царапинами. И это особенность материала, точно так же, как с патиной. Какой чехол вы не выберете, вероятнее всего, спустя какое-то время на iPhone появятся царапины. Его можно полировать, и об этом мы расскажем в следующих роликах, так что подписывайтесь. Но чехол Bazeos доступен в нескольких цветах, если ищете что-то простое, не увеличивающее размеры смартфона, замечательный вариант. Можно выбрать бампер, но именно для 12 Pro Max он с огромными ушками для защиты камеры. Альтернатив на рынке мало, что странно, ведь плоские грани прям намекают на всевозможные бампера. Если ушки не смущают, берите, наслаждайтесь матовым стеклом смартфона, прежними габаритами и совместимостью с MagSafe аксессуарами. Чехлы Wood Accessories тоже прекрасные. Здесь у нас вставка из дерева, есть варианты с камнем, причем различные модификации. По периметру у нас плотный силикон, который и от падения защищает, и в принципе дает простой доступ к кнопкам, они легко нажимаются. Внутри есть небольшой лоток для скрепки и двух сим-карт, тоже замечательный вариант, если вы постоянно в разъездах, у вас несколько. Одна, допустим, рабочая сим-карта, одна для отпуска и одна основная. Поддерживает беспроводную зарядку. MagSafe аксессуары, к сожалению, несовместимы. Но, опять же, в этом году у нас разделение на MagSafe и обычные чехлы. Если вы строите экосистему, у вас выбор между MagSafe. Если вам без разницы, выбирайте что угодно, будете всему рады. Вот еще моделька от CaseMate с переливающейся задней крышкой. Ребристая поверхность дает дополнительный хват, грани защищены силиконом и при падении отлично амортизируют. Если же нужна серьезная защита, то следующие варианты для вас. Spigen Slim Armor – это одновременно тонкий, но и противоударный кейс. Внутренняя накладка из силикона и отлично амортизирует при падении, а поверх надевается накладка из жесткого поликарбоната. У Aquanarch с карбоновой вставкой еще прочнее и интереснее. Конструкция состоит из 5 слоев – это силикон, металлическое основание, карбоновое покрытие, мягкая подкладка и металлическое крепление, которое фиксирует все остальные слои. Из-за металлов конструкции про беспроводную зарядку можно забыть, но для многих это далеко не важный параметр. И последний вариант – это серьезная защита от Pelican. Модель называется Shield Case. Сзади у нас арамид, серьезная рамка, которая еще и на стекло заходит. То есть это походный вариант, я бы сказал, если вы часто путешествуете, в принципе отправляетесь в какую-то поездку, боитесь за сохранность смартфона, это решение. Кнопочки продублированы, закрыт даже порт для зарядки. И в комплекте идет вот такое крепление на зажиме, которое можно
например, на рюкзак повесить, или на ремень, или, я не знаю, на байку. Сюда у нас смартфон помещается и всегда в доступе, в быстром доступе, что тоже иногда важно, например, что-то сфотографировать, ответить на сообщение. Телефон всегда на виду, и если он пропадет, вы это точно заметите. Чехол защищен по военному стандарту и выдержит падение с 6,5 метров. Это еще надо постараться с такой высоты его сбросить. На этом все. Пишите в комментарии, какие чехлы предпочитаете вы, на чем основывается ваш выбор, чем вообще пользуетесь, что нравится, а что не нравится. Мы комментарии читаем, возможно, сделаем еще одну подборку с вашими предложениями. Меня зовут Костя, вы смотрели ролик iLounge, не забывайте про подписку, лайк, комментарий, в социалки к нам заходите. До скорых встреч!